субботу по всей стране прошли митинги и пикеты КПРФ. Коммунисты и их сторонники вышли на улицы, чтобы принять участие во всероссийской акции протеста против роста цен и тарифов на услуги ЖКХ. Поддержали акцию коммунисты Чувашии. Митинги были в 17 районах и городах республики, в том числе в городах Чебоксары и Новочебоксарск. В столице республики митингующие собрались на площади республики у памятника Ленину. Главной темой всех выступлений стало «Нет росту цен и тарифов, даешь государственный контроль за ЖКХ». 17 апреля в Нижней палате парламента с отчетом должен выступить председатель правительства России Дмитрий Медведев. В связи с этим событием пришедшие на площадь дали свою оценку происходящему в стране и подготовили предложение правительству. Перед собравшимися выступил и депутат Госдумы, первый секретарь Чувашского рескома КПРФ Валентин Шурчанов. Он затронул проблемы, сложившиеся в жилищно-коммунальном хозяйстве, с долгами промтрактора, говорил о предстоящем налоге на недвижимость, который должен быть введен с 1 января 2014 года, законопроекте о детях войны. По итогам этого митинга собравшиеся приняли резолюцию. В ней требования к президенту России, правительству, Госдуме и руководству Чувашии. Пользуясь вот этими митингами, принято решение Центрального комитета о том, чтобы узнать, какие вопросы интересуют народ, как народ реагирует на те самые проблемы, которые в стране есть, каким образом оно отзывается. Поэтому мы сегодня хотим выслушать не только вот мой доклад, который уже прозвучал. Мы хотим, чтобы рядовые люди выступили и высказали свое отношение к работе правительства Российской Федерации. А после этого партия будет принимать решение, как мы себя должны повести, как должны выступить, какие требования поставить перед правительством. Тема заявлена именно как ЖКХ, потому что это вызывает наибольшее вот такое недовольство у народа, потому что тарифы растут, у народа нет заработной платы, нет доходов. Так вы прекрасно это понимаете. А тем более есть очень много, собственно, фактов злоупотребления, приписок с точки зрения. Нет нормального учета. Вот сама проблема общедомовых расходов, общедомовых нужд, так называемых, ОДН, так, она замучила людей. И люди сейчас ставят вопрос, чтобы отменить вот это 354-е постановление правительства, которое было принято. И действительно, в Государственной Думе, кстати, принято обращение Государственной Думы о том, чтобы это 354-е постановление правительства, чтобы отозвало. Мы хотим, чтобы отрегулировать эти все моменты за счет народа, управляющей компании, тем более, вот, как бы энергокомпании должны жить.